Я только запустил демку, и я уже просто не могу оторвать взгляды от карбункула. Господи, какой же он милый, а? Я прям даже не знаю, что еще сказать. Просто очень-очень крутой. Вот прям, знаешь, вот взять и собрать себе домой его. Просто что-то невероятное. Хотя карбункул, конечно, везде, во всех частях был таким прям офигенным, красивый. Так, что у нас там сейчас происходит? Посмотри на него. Не, ну волосы, конечно, шикарно сделаны. Ничего не хочу сказать. Прям что-то с чем-то. Почти каждый волосик нарисовали. Да, это вторая демка. Потом тогда первую покажу. Но вторая, она более такая, как бы атмосферная, такая домашняя, уютная, более сказочная. А первая, она такая более серьезная, там, уже когда она во взрослой своей жизни. Такие прикольные звуки, а? Это даже не лисенок, блин, я даже не знаю, как его назвать. Графика, конечно, да, они постарались в этом плане. Прям, можно сказать, меня подкупили. Потом тоже будем стараться все здесь собрать. Ничего не пропускать. А, сильно подтормаживает? И что конкретно подтормаживает? Просто это либо у меня интернет. Лисенок Феник. Нет, ну волосы, конечно, да, шикарно не сделали, прям ничего не скажешь. Прям все очень так красиво. Такой хорошенький. Что я прям не могу. Хоть такого же себе домой заводи. Там настолько его хорошо сделали. Слушай, а может быть просто попробую перезапустить его в стриме, я не знаю. Мне кажется, просто тебе надо, потому что вот я сейчас смотрю трансляцию на Вите, у меня как бы такого нету. Конечно, есть какие-то подвисания небольшие.
Ничего, Леша, у меня, знаешь, какие-то проблемы с интернетом, да? А, ну это да. Другого мне, к сожалению, не поставить в качество. Суток меняем, да? Ну, смотрите, как тени двигаются, блин, а просто все очень здорово. Но солнце куда уходит за горизонт? Давайте ночь, наверное, сделаем. Очень-очень, конечно, красиво. Но то, что смена времени суток, они, конечно, постарались на славу. Лёш, тебе нормально стрим прогружается? Без каких-то зависаний, без торможений? Так, ага, солнце пропало, туман, облака. Так, дождик. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, ну, по воде не особо видно то, что дождик идет, конечно. А хотя не, вон, смотри, появляются капельки, а. Все-таки очень красиво. Так, как не перебраться. Мне кажется, Роман, тебе просто надо остальные вкладки закрыть или просто браузер перезапустить, я не знаю. Ну, там еще позакрывать все, чтобы трафик просто не ел у тебя. Ну, смотри, как одежда намокает, мне кажется, очень все классно. Прям дикий восторг, не иначе. И сколько мы ждали, блин, 10 лет эту игру, блин. Все-таки не зря, походу. Это пока что только демка. Так, крышный меч, молот, пищалка. Так, начало меню. Так, крышный меч. Огромная детская игрушка, которая издевает забавных звуков в ударах. Ну, попробуем. Ага, на крестовину мы, значит, меняем. Да. Так, мы можем активно, да? Да, мы можем активно менять оружие. Какие классные еще сообщения, блин, отправляют нам время от времени.
куда нам идти. Он, походу, тоже все забывает, куда ему идти надо. Так, а что там? Левиафандер в такую погоду тоже очень шикарно выглядит. Куда ты? В озеро. Да, графика, конечно, действительно очень-очень приятная. Все же, наверное, переход с PlayStation 3 на PlayStation 4 они сделали не зря. Хоть мы и ждали. И чудо, лягушка там, что ли? О, привет! Слушай, посмотри, как забавно. О, и посмотри, поплыла. Плывет, плывет она прям. Офигеть, а. Не зря, да, они переход сделали, конечно, с предыдущего поколения на нынешнее. Ух ты, куда поскакала? Ну давай, мы за тобой. Лёш тут на стриме время от времени викторины устраивает. Ключики халявные скидывает в чат. Правда, сам не помнит, от чего эти ключи. Главное, что от Стима. Не, ну блин, шикарный, конечно, карбункул. Просто великолепный. Прям шерсть у него не уступает, как в Last Guardian игре. Выбросит одну бомбу. Ну-ка. Угу, на кружок. Ну, давай попробуем. Таинственная бомба, которая очень мило взрывается. Очень мило. Что-то я заблудился. Слушай, ну очень крутой, я прям не могу. Может туда? Так, а у меня Ноктис проверяет. На связи ли кто-то или нет, да? Он телефон достает. Нет, связи нет, недоступен. Так, что у нас здесь? Смена тоже погоды, да. Угу. Время ускорилось. Чё-то пока... А, о, смотрите, 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 тень вдалеке, вон там вот. Солнечный луч, он в комнату попал. Ну, думаю, с вами здесь тоже все обследуем. Потому что игрушка так и манит, чтобы просто всю ее обойти. Слушай, водичка такая тоже классная. Смотри, прям везде всплески, брызги. Ага, что там? Нашел? Блин, ну какой он классный, а. На столе. Так, ну ладно, потом сходим на стол, посмотрим. Та-дам! Забирайся, Нокт. Ну, потом заберусь к тебе. Обязательно. Давай, забирайся. Нет, ну хорош, конечно. Ничего не могу сказать. Тут еще сообщения всякие отправляет, пока мы здесь бегаем. Прям настоящий интерактив. О, смотрите, смотрите, как, блин, классно, а. Прям вообще... Слушайте. Игрушка украла мое сердце. Слушай, ну это очень круто.
попробую кинуть бомбу. Ух ты. Конечно, камера здесь не особо при драках. Ну, чисто похоже на Kingdom Hearts, действительно, как бы, в качестве боевой системы. Тот же Kingdom Hearts. Ну вот, поэтому-то я и ждал, чтобы он, чтобы тоже все это оценил. Прям сказка, действительно. А еще, конечно, те, кто вот играет в эту демку, еще получат этого карбонку себе в полноценную игру, когда она выйдет. Это уже такой дополнительный стимул ее пройти. Смотрите, какая-то японская литература, вот она что-то про лесу. Какие-то сказки детские. Прям классно так. Так, лучше идет с серебряным кубом. Ну, пока смотрим, если серебряный будет, тогда потом. Да, я говорю, поведение волос здесь очень классное. Вот, вот, смеркается. Я думаю, дальше не будем переключать, пусть как бы время суток само по себе будет меняться. Так можете прям полноценно оценить это в медленном таком промежутке. Серебряную пластину, посмотрим вообще, что она нам дает. Машинка. Ну-ка. Ноктис преображается в машинку. Ой, ой-ой-ой, из нее вылез. Забавно, а? Прям, что ты, что ты? Здесь мастер, наверное, машинка. Да, здесь мастер, машинка. А из машинки мы, значит, не можем забираться, видите. Так, а здесь мы сторону машинки. О, здесь другая, походу, да, машинка? О, грузовичок! Что-то неплохо. Какие-то звуки непонятные. У нас тут все. Тут надо хорошенько все обследовать. Ага, вот там что-то есть. Так, если не пройти. Конечно, музыка прям сказочная. Здесь проблема, да, с ботом? Он по сверху прыгает, я слышу его по звукам. Блин, а туда есть надо добраться как-то, а? Подушка на металле, да? А, смотри, может залезть. Ну-ка. О-о-о, тихо. Ух ты. Что, классно, а? Да, кажется, такой ракурс комнаты вообще по-другому выглядит. Так, ну, мы кто потом пойдем? Сначала не спустится, что там лежалось. А, ну, у нас застался. Кто-то лезет? Я вообще не понял. Ну-ка, не сюда. Сейчас, конечно, слабенький, на самом деле. Молоточек очень медленный, но где-то посильнее.
хоть сейчас можно между ними. Конечно, музыкальное сопровождение здесь просто на высоте. Я думаю, на штурм мы пока не будем забираться к нашему карбунку. Сначала здесь все откатаем. Машинки, конечно, такие забавные. Бегут. А то если боялся, как бы, когда будет полноценная игра, там же тоже есть машина, и как это все будет выглядеть на ней. А тут вон, если они управление такой машинкой сделают, то на полноценно можно будет кататься на такой большой уже машине. Она все летать там умеет. Поэтому я что-то уже жду не дождусь игры полноценной. Значит, без машинки дальше пойдем. О, Лёш, получилось, да? Никую настроить. Как она у нас будет работать в чате. Как она будет левелы выдавать нашим подписчикам. Оказывается, тут микрофон упал, я бы все говорю и говорю. Даже не заметил. Все, даже подушки так классно выглядят со стороны. Ага, мы должны оттуда, значит, скатиться сюда вниз. Теперь надо знать, как мы туда попадем. Ага, я понял. Здесь лестница есть. Ой, дали мне. Да что ты будешь делать? Если с камерой, конечно, да, пока есть проблемы, конечно. Нету кнопки, которая быстро переключает на... А, нет, есть. И лазер у нас, да. Ага, здесь я брал разве все? Странно.
Видимо, просто ничего здесь не было. Яблочки, что ли, он? Какие-то банки с вареньем. Чего только здесь нет, а? Книжки японские с детскими сказками. Книжки про машину. Что ты, что ты? Главное не упасть. Так, сюда мы пока не пойдем. Потом скатимся. Ну, вроде на улице так. Ага, он уже светать начинает. Ну, пусть время само себя меняет. Что-то лампа, что ли? Да, лампа. Ой, ладно. Сами поменяем время. Ой-ой-ой. Еще раз мы поменяем, что ли? Пусть будет раннее утро. Ну, поехали дальше. Дальше не поедем. Пока фитов не хватает, как будто в основной игре, но все равно для танки неплохо даже очень. Ага, если мы удержим фонд, то он тоже на нем экран удерживает. Так, ну мы почти комнату по краям обошли. Так что скоро можно будет забираться на стол к нашему любимому хорошему карбункулу. Там уже вроде как были, да, вот там вот у нас начало комнаты. Да, все, здесь мы все обошли с вами. Ну, тогда поехали. Туда нам не забраться, там ничего интересного нету. Машинку нужно. О, вынесла так. Вторая машинка. Ну, кажется, здесь, конечно, время супер красиво меняется. Ой, слушай, хранять можно, походу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что натворила? Слушай, как классно-то, а? А бутылку можно ранить? Интересно. Она тяжелая, наверное, слишком. Офигеть. Офигеть. Да не, Лёш, думаю, не стоит доплачивать за хулово. Сами потихоньку набегут. Так, ну, конечно, пока не особо. А, где я там? Блин, ну как классно что-то ронять можно, блин, а? А, это значит, я там тоже мог себе всё... Ой. Что-то на свете тянуло головой. Ага, все пробрали. Все раскидали просто, хаос навели здесь в замке.
помогает. Нет, слушайте, очень, конечно, классно. Они очень красиво все это сделали. Ой, там как упасть можно? А, вон тут еще. Секретные фишечки. Ну нафиг, давайте отсюда. Не, все, конечно, очень классно прям. Прям очень-очень-очень. Ну-ка. Здесь у нас ничего не было, может, здесь тоже что-нибудь сверху есть. Все без нашего ведома уже падает, только одну задели, как в домино. Господи, что здесь не творили, а? Вон тень потихоньку, смотрите, меняется. Вон. Солнечные лучи в комнату попадают. Прям все очень-очень круто. Я в диком восторге от игры. Не понятно, что это где-то уже тоже было, да, вот такая вот смена как бы дня и ночи, что прям все тени так красиво играли. Солнечные лучи, но все равно. Это прям... Здесь мы все порушили уже. Сволочи такие. Так, мы получили доступ к золотым плитам. А где у нас золотые плиты? Ой. Ой. Беда, мы куда-то упали. Как же мы так свалились, да? Я так сильно хотел пнуть мячик, что просто даже не видел, что мы вон в щель падаем. Ага, вон. Блин, классно как, а? Ой, мы его задели, он тут у нас исчез. Да стой! Как эти краски прям на столе играют, пока вот солнце меняет на свое направление. Очень, конечно, классно. Пустые чашки-то. Ага, вон золотая панелька, да? Подарок. Молния 5 штук. Молния, молния. Это место, наверное, фейерверка. У нас магия будет. Таинственная бомба, зряющее небо. Ну-ка, потом попробуем как-нибудь на ком-нибудь. Так просто тратить тоже жалко. Время суток меняется. Какая-то темная ночь у нас получается сейчас, да, будет. Давайте светлее сделаем. О, как все-таки классно, да? О, такой милаш, а. Сердечки посылает. О, точно, в дом заходи. Так, нет, пока рано. Посмотрим, что здесь еще вон корабль. Смотрите, какой красивый, блин. Как это все, блин, красиво сделано, а. О, секретик. Эй, а ты со мной не хочешь? Пойдем, спускайся.
Так, ты уронил там что-то, что ли? Ну, проказник какой, а. Пойдем с нами. Какая-то долго у нас загрузка идет прям. Похоже, что там сейчас такое большое загружается. О, знакомая композиция прям такая, а. Почти город. Да, большое. Длиннющий коридор. Значит, мы пока избегаем длиннющего коридора. Просто изучаем город. Ну давай вместе поищем его. Пойдем. Так, погоду. Погода. Думаю, пока побегаем по дождливому городу, да? О, не за нами бегать, смотрите. Такой лапа, блин, а. Ага, лапа, он сразу начинается. Да ты бежишь, а? Ну, Леша, такие монеты на стол. Так, что это? О-хо-хо-хо-хо-хо! В кого это мы так преобразились-то, а? А, там, а, он умеет ломать, я понял. Он сломает коробки. Так, а подбирать он умеет? Нет. Да, подбирать он тоже умеет. Так, ну, в узкий коридор я так он не проходит, да, не проходит. Ну, Роман, я думаю, ты уже ушла, значит, молчишь так. Так, опа. Сейчас попробуем бомбу новую кинуть. Ну давай. Ой, ты далеко ее кинули. Ага, я понял. Понятно, какая-то бомба у нас кривая, либо мы слишком кривые. Леша, как не стыдно себе коины приписывать, а? Ой-ой-ой, что мы... Ой-ой-ой. Что это такое? Какое-то новое Виталение, вот смотри, что Кубо нам написал в чат. Слушай, как клёво какая. Блин, кто-то планец. Тогда разберёмся. Вот как мы превращаемся, нет? А время ускорилось. Не надо нам время. Так, ну, ну да, ночной город, конечно, тоже красивый. Чё, Леш, не даётся Микуми, да? Левел по... Ага, сверкающий молот. Ну-ка. Ага, игрушка хабового мальчика, который излучает свет при ударах. Ну-ка. Дальше, Микуми, она такая злая. Ух ты. О-хо-хо-хо. Классно. Так, оттуда мы пришли, да, вроде туда.
Так, коробки мы можем только этим доломать. Это не самое. Теперь животинка будет. Ага. Ну, понятно, тут у нас будет олень, значит. Там у нас будет вот это вот подобие носорога. Ох, нет, слушай, смотри, теперь кто у нас, а? А он еще кусаться может, охренеть! Охренеть! Так, ну прыгать он не прыгает, понятное дело. За крокодил такой, а? Охренеть! Мы этим не сломаем. Только еще кто у нас здесь может быть, ну-ка. Так, ну понятно, опять у нас есть. А он тоже рогами, смотри, может драться, а? Такие звуки странные издает. Нам-то не залезть, я понял. Пешком туда идти. Ой, подарок. Дождь. Так, ну у нас и так идет дождь. Ну-ка. Опа. Ой, слушай, да, сильный молоточек такой идет. Почти первый удар убивает. Попадаем прямо. Да. Так, я думаю, надо с вами поменять дождика, да, надо на какие-то более приятные погодные условия. Радуга? Где радуга? Ой, солнышко, смотрю. Блин, очень-очень, конечно, классно. Тучки нам не нужны. Без них очень все красиво. Так, значит, там вот мы были, да-да, там мы были. Там превращались в крокодила. Так, а тут что? Что? Ой. Ух ты. Так, ну я хотел, чтобы папа со мной поиграл. Это да. О, печальный Чокобо. Да, потому что одному играть в мяч не очень-то интересно. Точнее, не так уж и весело. Я думаю, здесь что-то найдем. Ай, блин! Что ж я сделал-то, а? Ну ладно. Конечно, смотрим. Как же так-то, а? Ой, какой же я. Лапух! Так, если возвращаемся, мы сразу что-то не можем добавить. Нет, на нем мы точно не сможем. Нам нужен козлик. Козлик или лама. Да, как же я так, блин, пропустил это. Коробочку. О, пойдем. Вот, по идее, вот им я могу достать. У него так. Ох, это нарвал, что ли, смотрите? Да, слушайте. Нарвал, причем какой-то такой необыкновенный с такими он крыльями. Я должен получить. Ну, почему? Ну, как так? Хотя 333 монеты, конечно, хорошее число, но, блин. Ну, как я так, блин, а? Вот ведь лопух. Упустил. Счастье свое упустил. Пойдем, Карбунку, веди нас. Ой, подарочек. Метеоритный дождь. Ну-ка. А мы сейчас еще просто дождь не использовали, да? Давайте еще дождь используем, посмотрим, как он выглядит. Ну-ка. Вот,
сюда куда-нибудь, недалеко от нас. Ага, о, кстати, дождик. Так, а метеоритный дождь? Смотрите, как в Final Fantasy 7. Прям метеоры будут падать. Ага, ага, конечно, губу я раскатал. Как в финалке 7. Какие-то шарики попадали. Это что такое? Эй, какой враг? Зачем мне враг? Ладно, с ним, в принципе, быстро справимся. Да нет, не так уж и мало, я думал, их меньше будет. Не бей меня. Они везде что ли здесь теперь появились, а? Пойдемте их нещадно истреблять. Да, мечом, конечно, этим медленно убивать. Теперь после этого, как мы этот молоточек с вами получили, теперь мечом как-то не особо будем драться. Ну-ка. Ой, здесь один. А, что он быстро их убивает, смотри, с первого этого. Все. Так, 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 что мы здесь еще могли упустить? Блин, ну как же я лоханулся с той коробкой-то, мне прям... И... А, ладно. Не-не, я туда не пойду, зачем? Не-не-не. Так, фейерверк. Ну, фейерверк у нас уже был, это ничего нового. О, что там? Я получил подарок. Молния. Ну, молнию мы тоже уже видели. Дождь. Так, ладно, дождь тоже был. Что неплохо, какой подарок хороший, а? Интересный дождь. Пошли мы с вами прямо на Бейте. Я понял, ничего не дадут. Эй-эй-эй, останьте. Ну, где мы? Ой, понятно. Ну что, рефером убивает. Ну ладно, тоже неплохо. Это переулочки. Так, он сочно с вами побегал, давайте теперь с облачками побегаем. Так, на облака, да, в принципе, тоже просто теперь не солнечно так, а что? Куда же вы бегаете-то? Да. Посмотри, какие. Не, они издеваются, да. Они думают, я за ними бегать, что ли, буду, а? Ты видишь, блин, раздухарились бегать за ними еще. Так, там мы уже, походу, были-то с вами. Угу, были. Что нам отказываться, правильно? Так, ночь, нет, ночь я уже не хочу. Эп. Чего вы там задеваете?
Ничего не знаю. Ну так забавно за нами бегать, такие звуки еще издает прикольные. Короче, мы с вами не подобрали только одну штуку. Такая пауза здесь. Ага, такая. Так, сейчас на одну секунду прям отойду. Сейчас с вами продолжим. Так, я здесь. Да ладно, Лёш, музыка в финалке 7 тоже не такая уж плохая. Ну да, однообразие, конечно, после каждой битвы побеждаешь, такую музыку слышишь. Нет, я не хочу, чтобы мой сон завершался. Ух ты, кактуар, смотрите. Статуэтка в кактуарах. Я еще здесь, блин, все не изучил. Ну, блядь, сон закончится мой. Да? Прям же забрать с собой домой, а? Не хочу ложиться в свою кровать, а? Да, впечатляет, действительно все обо мне знаешь. Нет, ну не хочу. Ох, вот на эту локацию уже хоть сколько можно. В течение 10 лет, наверное, все ее наблюдали. Прям, мне кажется, почти во всех трейлерах она мелькала. Она тоже, кажется, сменялась как-то по-разному. Смотришь, например, здесь воды не было. Я точно помню. Затопили сейчас все это. Это столица нашего королевства. Ёлки-палки. Ничего себе. Эй, так дела не делаются. Ты чего убежаешь? А-а-а, статуэтка. Но и Канокто. В снах ты царь. Ох ты. Преобразились, выросли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ох ты. Так, ну кто-то сказал, если я сейчас первый раз умру, то я после этого получу способность телепортации. Ага, вот так. Можно наклоняться. Давай, убей нас, чтобы
мы будем получили способности, там что-то не надо. Добивай. Прям эпичность, вот эта музыка опять, которая раньше играла в трейлер, она прям такую атмосферу классную там предоставляет. Давай, давай. Почти. Еще немного. Вот. А. Ага. Вот, теперь мы научились телепортироваться. Вот. Указано точно. Так, это хорошо, как он теперь? Я понял, все, теперь я понял, как здесь дела с этим обстоят. У меня за ним пока никак за ним. А, не, можем, но не хочу. Нет, я выше хочу забраться. Соберемся. У-ху-ху-ху. Да, слушайте, нехило они сделали. Смотрите, он там вдалеке еще он ходит. Его даже отсюда видно. Этот ветер, как, конечно, очень классно они сделали. Конечно, я помню, когда первый раз видели все эти трейлеры, как бы думали, что вообще везде можно, конечно, здесь побывать. Здесь видите, оказывается, на некоторых только местах, на некоторых точках. Как-то так вот показано. Ага, мы перемещаемся. Мы кидаем просто меч, и вот куда он висит, туда мы перемещаемся. Независимо от того. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут у нас бахнули сюда. А у нас мана нет, я понял. Мы почему больше никуда не перемещаемся? Вот это я тоже, помню, давно ждал. Так, и как, нам можно как-нибудь кидать на меня? Досасывает, нам досасывает. Ой. Станет нас. Да,
Да, конечно, ману много тратит от перемещения. Ага, это значит тратит даже не ману, а энергию стихий. Так. Что у нас? Больше у нас здесь такого ничего нет, да? Конечно, как забавно кидать тяжелый меч. Это закрепился, да? Да ладно, как недоступно? Я же все получил. Это какое-то одно, это фишка. Может быть, платину уже? Вот золотые плиты мы все открыли. Да, пора с ним драться. Да, мы сделали это. Ну не хочу я просыпаться, блин, а. А, вот доступ к платиновым плитам, все, да, теперь я понял. Значит, мы пропустили только одно место с очками. Сейчас хочу посмотреть, как здесь будет при дожде все это дело выглядеть. И пойдем-то с вами дальше. Да, конечно, асфальт очень классный тоже, вот этот эффект мокрого асфальта, там небольшие лужицы появляются, это, конечно, тоже дорогого стоит. Прям очень, конечно, красиво. Ребята молодцы, постарались на славу. Тут это и демка, да, но все равно очень все красиво. Дадим немножко иронии этой картине, да, то, что вроде демка заканчивается. И все действительно так грустно. Что у нас? Нет, я не хочу к финалу переходить. А что там, в другой плите? Может, там что-нибудь интересное будет, а? Подарок какой-то, да? Ага. Так, 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 так. Опять с ним драться, да, походу? Вот, свободно, подождем еще. И будем переходить к финалу. Привычка будет шустрым. Сложновато, ну, конечно. Вот этот вот эффект разноса, конечно, очень красивый. У тебя вот эти летающие мечи появляются, были, когда только первый анонс был, еще в Final Fantasy 13 версии, когда показали первые способности. Я думаю, это что вот прям вау, это будет всегда, когда
у вас будет персонаж с большим количеством оружия и не надо принимать. Как раз нет, теперь его сделали так, что теперь как бы... Как лимит брейк, что ли, получается? Ну или транс, вот, на вот, 7-й в 9-й. Нашли это тоже свое применение. Перейдем с вами к финалу. Посмотрим, что же там теперь будет. Самое интересное то, что события этого сна не войдут в оригинальную игру. То есть их там не будет. А, то значит в кровати нам не было спокойно. Какой же все-таки классный карбункул. Там еще вот японская озвучка, это просто нечто. Я в восторге. Ну-ка, и как же вот это называют? Блин, ну... и будет на этом, на русском языке. Спасибо. Ну это то, что нас ждет еще. Если как бы так все красиво в демке, то я даже боюсь представить, как все будет красиво в полноценной игре, в релизе. О, да, мы тоже. Ждем 30 сентября, когда игра поступит в продажу. Да, я хочу купить Final Fantasy, но не сейчас. Я буду покупать ее на диске. Поэтому, конечно, все это очень заманчиво. Они нас отправляют в PlayStation Store. Блин, ну очень круто, я прям... в таком, как говорится, восторге. Прям даже не знаю, что сказать. Что еще можно сказать по демке, да? То есть ее очень красиво сделали. Прям нечто, красота такая.
Но тем временем мы провели с вами в ней 1 час 13 минут. Да. Демка, в принципе, рассчитана, да, вот если ее проходить так вот, все уголки обходить, да, где-то на час-полтора, да, не больше. Ну, прям очень-очень красиво. Я очень ей доволен. Прям можно возвращаться, как говорится, снова и снова, чтобы просто как бы опять послушать эту музыку, да, насладиться этой красотой, блин, погодными явлениями, карбункулом. Прям что ты, что ты. Ну, а на этом, думаю, все. Если что, потом продолжим проходить первую демку, эпизод Дуская. Там уже посмотрим на взрослого Ноктиса и на его, как говорится, начальные приключения.